Туапсинском районе прошла международная выставка бассейновой индустрии «Pool Profi 2018». Три дня участники презентовали свою продукцию и познакомились с широким спектром образцов бассейнов. На торжественном открытии приветствовали участников глава муниципалитета Анатолий Русин и депутат ЗСК Александр Джеус. Лиана Коблева побывала на месте события и увидела новинки акваиндустрии. Уже второй год подряд организаторы для проведения выставки выбирают площадку предприятия «Исток полиэстер» фабрики «Франмер». В этом году она объединила больше 50 ведущих компаний бассейновой индустрии из России и 8 стран мира. С приветственным словом к участникам обращаются глава муниципалитета Анатолий Русин и депутат ЗСК Александр Джеус. Хороших партнеров, новых решений и с тем, чтобы эта компания развивалась на благо жителей Туапсинского района, Краснодарского края, всей России и всей Европы. Почему нет? Удачи! Мы все с вами делаем общее, доброе и нужное для нашей страны дело. Мы развиваем, здесь я уверен, и санаторно-курортный бизнес, курорты не только Туапсинского района, Краснодарского края. Поэтому всем нам хорошей работы и хороших результатов, направленных на оздоровление всех наших жителей нашей великой страны. Спасибо. Во время выставки депутат ЗСК и глава Туапсинского района знакомятся с образцами бассейнов, с оборудованием, аксессуарами и материалами для декоративной отделки и прочими новинками акваиндустрии. Участники находят новых партнеров по бизнесу и напрямую заключают договор о сотрудничестве. Фишка этого года – бассейн со встроенным телевизором и тренажером с маской для плавания. Бассейн с телевизором, да, такое провокационное решение. Такого нет нигде еще, никто это не придумал, никто не сделал. Мы первые, кто это попробовали. Всего на форуме около 400 представителей отрасли. Место для проведения выбрано не случайно. «Франмер» сегодня – это признанный лидер в области профессионального строительства бассейнов на территории России. На выставке представляет более 60 образцов. Именно эта компания привезла технологию композитных бассейнов в нашу страну из Франции, которая более 60 лет пользуется популярностью во всем мире. Наша компания ежегодно на рынок выдает 2 или 3 инновации. Иногда они, конечно, находят своего покупателя через 3-4 года, потому что это рынок должен еще узнать этот продукт и так далее. Это нужна реклама и все. В этом году мы выдали 4 инновации. То, что предлагается компании, это не бизнес в чистом виде, только ради зарабатывания денег. Но это меняет инфраструктурно, меняет курортную сферу, меняет городскую среду, меняет сельские поселения, усадьбы людей. И люди начинают по-иному мыслить. Подобные выставки выстраивают диалог между бизнесменами и профессионалами туриндустрии, способных качественно преобразить Туапсинский район и Краснодарский край. Взаимовыгодное сотрудничество поможет сделать отдых на Черноморском побережье привлекательным, комфортным и конкурентоспособным. К сожалению, предпринимательство, а это в первую очередь риск, оно еще не укоренилось в сознании подрастающего поколения. Да, меняется сознание подрастающего поколения, но коренного перелома еще не произошло. И те задачи, которые ставит перед нами президент Российской Федерации, губернатор Краснодарского края Вадим Иванович Кондратьев, они в том числе решаются и на этом предприятии. Поэтому у меня лично полное удовлетворение от общения, от посещения, от того, что здесь делается. Лиана Кублева, Дмитрий Гришин, телеканал «Орленок ТВ».